Знаете, что произойдет после ваших похорон? Через несколько коротких часов плач стихнет, и ваша семья займется приготовлением еды и напитков. Какие-то ваши родственники начнут обсуждать текущие события за кофе. И некоторые люди позвонят вашей семье и скажут, что у них что-то случилось, и они не смогут прийти. Ваш работодатель начнет искать вам замену. Через несколько дней ваши дети вернутся к работе, потому что их отпуск в связи с утратой закончится. Через месяц ваш спутник жизни будет смотреть комедию по телевизору и смеяться. Вы будете забыты с поразительной скоростью. И если люди так быстро о вас забудут, то ради кого вы живете? Вы всю жизнь беспокоитесь о том, что о вас будут думать люди. А ничего. Так что живите ради себя.